В зале ветераны, педагоги, школьники. Сегодняшний краткий экскурс в историю Великой Отечественной – это рассказы воевавших в 40-е годы, патриотические песни и стихи. Но это также скорбь о многочисленных человеческих жизнях, которые унесла война. Отняла у юности любовь, но встала как один великая страна сражаться, чтобы любовь вернулась вновь. Еще до принятия Декларации прав человека советские воины обеспечили будущим поколениям страны главное – право на жизнь. Каждая встреча с противником – это была важна и соприкасалась с жизнью, соприкасалась со здоровьем людей. Не только те, которые были с оружием, но и мирных граждан, просто жителей населенных пунктов. В этот день для собравшихся выступал хор Центра социального обслуживания «Не стареют душой ветераны». Не остались в стороне и представители молодого поколения, ученики кадетского класса гимназии номер 6. Вместе пели о войне те, кто ее прошел, и те, ради кого отдавали свои жизни наши бабушки и дедушки. До Берлина дошел.